В Тюмени отмечается всплеск интереса к загородной недвижимости. Наиболее популярные направления – Салаирский, Ирбитский и Московский тракты. На расстоянии 15-20 километров от Тюмени можно купить дом, который ничем не уступает по комфорту городской квартире, но при этом сохраняет все прелести загородной жизни. С предложениями ознакомился Николай Смирнов. Желающим переехать за город предлагаются различные варианты. Одно- и двухэтажные дома площадью от 80 до 150 квадратных метров. Возможно, как черновая, так и чистовая отделка. При этом в стоимость покупки входит земельный участок, готовая скважина, септик, площадка под автомобиль и забор по всему периметру. Для клиентов агентства недвижимости «Сова» у нас есть скидка на строительство домов 500 тысяч рублей. То есть это очень хорошая скидка, мы предоставляем ее только нашим клиентам. Покупка дома для вас, как для клиента, обывателя, она будет простой. Всю нагрузку, все юридические документы, все на себя берет агентство недвижимости. Для тех, кто хочет большего уединения, есть отличный вариант – коттеджный поселок Малиновка. Он расположен в очень живописном месте на берегу реки Кармак. Оформить покупку можно как за наличный расчет, так и по различным ипотечным программам. Особенно это выгодно в рамках программы «Господдержка для семей с детьми». Ипотека выдается на жилые дома с земельным участком, а также на строительство и на участки, на котором только строятся объекты. Размер минимального первоначального взноса 10%, минимальная ставка от 5%. Кроме того, продолжается набор заявок на сельскую ипотеку. Здесь лимит кредитования составляет 3 миллиона рублей. Первоначальный взнос 15%, а минимальная ставка 3%. Главное условие – жилье должно располагаться в сельской местности. И в этом случае коттеджные поселки за городом – отличные варианты. Николай Смирнов, Максим Плюхин, Александр Вележанин, Тюменская служба новостей.